Олег Юрьевич, ну давайте немножко по сегодняшнему матчу, ваши впечатления. Ну, если немножко, то Хабаров с победой. В общем-то, что сказать-то? Какие-то моменты не, наверное, не доигрываем, не добегаем до конца в обороне, потому что голы получаются, скажем так, очень много пропустили вдоль ворот. Вот это нужно посмотреть, конечно, в чем там причина. А так, в общем-то, неплохой матч на самом деле получился. Не могу. Где было сложнее, в Иркутске или здесь? В Иркутске было очень сложно, ночь не спали. Игра получается рано утром, и поэтому второй тайм, наверное, так и провалили из-за того, что просто не получилась игра в Иркутске в втором тайме именно конкретно. Очень физически было тяжело, очень. Здесь намного легче, проще играть. Ну, известно, что команда испытывает очень большие проблемы ежегодно при подготовке к чемпионату, да, по известным причинам. Вот на ваш взгляд, на сегодняшний день, насколько раскрыт потенциал команды? Ну, скажем так, наверное, скорее всего, еще все равно добираем, доигрываем, добегиваем, потому что понятно, что если нет своего искусственного льда, то это очень сложно, трудно. Мы месяц поездки были, и опять же, ты тренировочный процесс строишь так, как тебе лед дают. Не как тебе надо, как ты хочешь, а как тебе дали, вот такой-то момент, так и ты и готовишься. Поэтому, конечно, нехватка льда, особенно в начале сезона, очень сильно сказывается. И команда, которая имеет свой, скажем, крытый лед, имеет преимущество огромное. Просто не поверите, огромное преимущество. Не накатаны лучше, не сыгрались лучше. Ну, тут об этом говорить, мне кажется, даже не стоит. Но, тем не менее, на ваш взгляд, вот к тому моменту, когда «Сканефтяник» приедет к вам в гости, Мурман будет другой? Ну, надеемся, конечно. Конечно, надеемся, что все-таки у нас все равно будет как бы команда побольше. И накатаемся, и наиграемся. Так что мы, наверное, какую-то шестую или восьмую игру на выезде играем. Поэтому тоже фактор такой, скажем, непростой. Спасибо. Ну, важно было вернуться на путь победителя после последнего матча, где мы сыграли ничью. И мы это сегодня сделали. Игра была без эмоций с нашей стороны, потому что мы понимаем, что у нас следующий соперник – это московская «Динамо». Это очень сложный матч, выездной в Москве. И нам там все эмоции пригодятся. Сегодня важно было выиграть 3 очка, сыграть надежно этот матч и как можно больше сил сохранить на следующий матч. Это сегодня была задача. Но у нас есть моменты, конечно, которые не очень хорошие. Это сегодня у нас 2 игрока получили травму. Максим Василенко и Василий Грановский. И до этого матча у нас Томас Мэтт травмирован. И Алексей Таргонский. У нас есть моменты, которые не очень хорошие. Но я надеюсь, что кто-то из них сможет сыграть следующий матч. Посмотрим, сейчас доктор работает. Так что есть моменты.